Привет, меня зовут Андрей Левитин. Сегодня мы поговорим про кистевой бросок. Кистевой бросок – это бросок, на подготовку и выполнение которого игрок тратит наименьшее количество времени. То у соперника остается мало времени, чтобы заблокировать бросок, а у вратаря среагировать и поймать шайбу. Кистевой бросок можно выполнять с правой и с левой ноги. У игрока есть лишь доля секунды на принятие решения и бросок. И поэтому неважно, на какой ноге катит хоккеист. Есть момент – нужно бросать. Неправильное положение рук при хвате клюшки. Нижняя рука слишком низко или высоко. Неправильное положение рук при подготовке броска. Игрок далеко уводит шайбу от корпуса для разгона. Приходится тянуться за ней, и это не дает рукам возможность использовать флекс клюшки. Неправильная работа рук при выполнении броска. Верхняя рука остается у корпуса хоккеиста, а нижняя уходит далеко вперед и вверх. Как правильно? Нижняя рука от верхней располагается примерно на расстоянии длины предплечья игрока. Верхняя рука должна быть в зоне кармана. Тогда нижняя рука будет располагаться правильно, и игрок сможет на 100% использовать возможность современной клюшки. В момент броска верхняя рука идет вперед и вверх, и потом к плечу, а нижняя рука давит на клюшку. После того, как шайба улетела с крюка, нет смысла продолжать движение вперед нижней руки. Клюшку нужно быстрее опустить на лед и пойти на добивание. Упражнение. Давим на клюшку нижней рукой, корпус развернут в сторону броска. Правая нога на стуле, бросок с левой ноги для леворуких. Упражнение на баланс. Шайбу под себя, перенос веса тела с правой на левую ногу и бросок для леворуких. Упражнение-ножницы. Бросок – это не только идеальная техника, но и правильно подобранная клюшка, которая поможет достичь ваших целей. Сегодня разберем различия в семействах. В Бауэр есть три семейства клюшек – Supreme, Vapor, Nexus. Каждое семейство разработано для различных стилей игры. Vapor спроектирован для молниеносных бросков. Благодаря нижней точке прогиба, круглой формы трубки и технологии QRT, также жесткого пера, достигается быстрое схождение шайбы с крюка во время броска. Supreme – это максимально мощный бросок. За счет высокой точки прогиба, квадратной формы трубки и технологии МПК достигается эффект катапульты. Nexus. Nexus спроектирован для точных бросков. Закругленные углы трубки, средняя точка прогиба и увеличенная технология Sweet Spot помогает бить точно в цель в различных игровых ситуациях.